Доброе утро всем. Это будет такое маленькое вступление к утреннему ролику. Друзья мои, нашему подписчику, конкретно Эльзе, нужна помощь. Я не буду вникать во все подробности. Скажу вам так, что человек заболел, как вы знаете. Лечилась, но возникли определенные трудности, и вот теперь ей нужна наша помощь. В прямом смысле этого слова, финансовая. Я сейчас выставлю здесь вам карточку, данные все. Все желающие, все, кто знает Эльзу, а я думаю, знают многие, кто хочет помочь. Естественно, на добровольной основе попрошу присоединиться. Я, естественно, еще вчера принял участие в этом марафоне. И действительно нужна наша помощь. Так что, кто желает, может откликнуться, ребят. Спасибо всем. Всем доброе утро. Начну в центре. Я даже не знаю, сколько сейчас время. Но уже такой, может быть, даже 10 час. Ладно, когда прервусь, поеду на море, подсматриваю температуру воздуха и сколько времени. Как видите, в Лазаревском хмуро. Чем-то такая зимняя картинка даже, чем-то напоминает. Ну, прошел дождик. Мы даже магазин не стали открывать сегодня, поэтому выспался немножечко. Ну, а сейчас на море, посмотрим, что там творится. Так вот, точное время. Здравствуй, Мио. И точная температура на сей момент. Вот теперь точно на море поедем. Сейчас немножечко погреется машинка и вперед. Хотя 19 градусов, не так холодно, не замерзло. Но народ весь в кофточках. Итак, пляж. Напоминаю, снимаю с телефона, поэтому картинка может слегка дергаться. Несмотря на то, что вроде бы как бы пасмурно. Вроде как бы народ в кофточках. Некоторые, я в том числе. А головы-то плавающие есть. Их немало. Вон, обратите внимание. Трудящиеся плавают. Водичка-то все равно теплая. Не готов вам сейчас достоверно ответить, какова температура воды. Но она явно больше 20 градусов и намного комфортнее, чем воздух. Так что, друзья мои, если вы прихватили с собой полотенчик какой-то, то можно приходить плавать. Море-то само по себе спокойное и красивое. Кто-то даже пытается загорать. Ну, вот загорать сегодня вряд ли получится. Так что такие вот дела. Всем доброе утро. Мы даже сегодня магазин не стали открывать. Устроили выходной. Хоть выспался. Всем пока.